Здравствуйте, мои дорогие друзья. Вот перед вами, значит, новиночка от компании Бодели. Опрыскиватель с новой системой, значит, подъема штанги, с лебедочкой на шлицах. Вот сейчас давайте ознакомимся с этим механизмом поподробнее. Значит, в данной комплектации штанга установлена 12 метров с латунной штатной базовой форсункой, сечением 1,2 мм конусного типа. Вот такая, значит, установлена у нас новая лебедка. Она значительно серьезнее и мощнее, чем у польских производителей. Что хотите, пишите в комментариях. Можете меня затроллить, поспорить со мной, но я уверен, я очень хорошо знаю польских производителей и с уверенностью говорю, что этот механизм значительно будет, значит, сильнее, надежнее и стабильнее работать. Шлицы с прокладочками специальными, чтобы ничего не скрипело, все было четко, все хорошо подогнано. Вот такой механизм, то есть мы поднимаем штангу на необходимую высоту, зафиксировали по отверстиям, специальные идут болты в комплекте, и работа на необходимой нам высоте. Значит, давайте вернемся на другую сторону опрыскивателя и посмотрите, какие стоят насосы, распределители. В принципе, они, большинству из вас, они уже очень хорошо знакомы, хорошо себя показали. Значит, распределители у нас устанавливаются из сплава алюминия. Никакой пластмассы здесь нет. Значит, вот производитель предусмотрел, значит, обязательно лишний сброс давления назад в бак и принудительное перемешивание рабочего раствора так, как нам нужно. Включили, химия пошла назад в бак, перемешивается рабочий раствор. Значит, секции закрываются левая и правая сторона. Вот. Насос. Значит, 85 литров в минуту производительность, трехмембранный, с функцией самозакачки обязательно, с аварийным клапаном в штатной комплектации, мы можем его видеть. Вот этот клапан, это означает, что если все краны у нас перекрыты, и мы подаем от ВОМа вращение на насос, и все краны закрыты, повторяю, то эта система автоматически срабатывает, перебрасывает назад химию в бак, не происходит никакой аварии, все работает штатно. Значит, с этой стороны фильтр грубой очистки, можем наблюдать, и, соответственно, пробочка. Ее откручиваем, надеваем шланг для самозакачки, шланг бросаем в емкость, в прицеп, в бочку, вот, и набираем воду самостоятельно. Вот такой опрыскиватель, мне он лично очень нравится, я думаю, что он найдет своего клиента очень быстро, потому что сама машина выполнена очень качественно и стоит доступных денег. Вот. Я приглашаю с компанию Агроформат. Вот. И на месте примите взвешенное правильное решение.